Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня опять поделюсь с вами снова коробочкой Glambox. Так, это за какой месяц? За октябрь. Вот такая вот она была красивая. Я уже крышечку открыла. Очень красивое оформление. Ссылочку потом, где заказывать, я оставлю, потому что мне некоторые писали, девочки, где. Но я думала, все знают. Можно же просто в поисковике набрать Glambox, заказать коробочку Glambox. Вот этот сайт сразу. Ну, ладно, ссылочку оставлю. Так, давайте откроем. Еще раз повторюсь, что это не моя коробочка, коробочка сестренки. Так, давайте посмотрим. Вот здесь опять со штрих-кодом. Картинка еще идет, вкладыш. Патчи. Не патчи, а гелевые подушечки для области глаз против отеков и признаков усталости. Вот такие вот от Шири. Этот раз положили. Вот снова такая вот маска. Суперфуд. Уже несколько раз она была. Так, ну это у нас корейская. Хорошая маска с икрой лосося и спирулиной. Тканевая маска для лица. Далее парфюмчик есть такой, миниатюрочка от Versace. Так, и вот здесь все ноты какие здесь. Так, что тут у нас, не знаю, что прочитать. Смогу жасмин, фрезия, гуава, лимон, мандарин. Мускус. Остальное не пойму. Так, все, прочитала вам. Пусть так все будем складывать. Затем Атурьяж. Тоже уже был такой гель. Так, давайте вот откроем. Атурьяж. Очищающий гель для смешанной и жирной кожи. Для взрослых, для лица. Очищает, оздоравливает, восстанавливает баланс кожи. Так, здесь у нас объем. А вот 50 миллилитров. Хороший объемчик. Так, дальше вот мы не поняли. Ничего же нет сейчас в книжечке. Там штрих-код, он что-то как нерабочий. Я так думаю, это... Хотя написано гели макс. Может быть, маска гелевая какая-то. Кто брал или кто пользовался, напишите. Это, скорее всего, корейское что-то. Да, Made in Korea. А что? Или маска? Я думала, сыворотка, но похоже нет. Это гелевая маска, наверное. Хотя она вот пипетка, как сыворотка. Да, с пипеточкой, наверное, сыворотка. Ну, напишите, девочки, кто знает. Кто заказывал тоже такую коробочку. Так, затем от Биодермы вот такое средство. 5 миллилитров. Перевода ничего нет. Далее от Clarins вот такой вот блеск для губ. С макадамией. Оттеночек такой красивый. 0,5. С шиммером, с блесками, да, хороший, легкий такой, кто яркий не любит, хороший такой блеск. Сестренка уже им сегодня накрасилась. Так, от Avène, BB, вот, наверное, Rich, что крем какой-то, BB кремушек, SPF 30, 15 миллилитров. Затем от Dermedic, наверное, правильно, не знаю, читаю. С гиалуроном крем. Давайте продолжим. Тут отвлекают меня. Так, вот, остановились мы на средстве от Dermedic. Что-то с гиалуроном. Крем ультра. Гидрант. Ну, видимо, да. Возрастной крем с гиалуроном, наверное, так, я думаю. Так, и... Вот это уже было, наверное, раза два или три. Это маска. У нас вроде бы, да? Маска для лица уже была, она попадалась. Но ничего страшного. Зато надолго хватит, потому что это миниатюрки. Так, фокус у меня поймает, не поймает. Маска для лица. Skin HD. Твоя кожа в самом лучшем разрешении. Так, вот. Такое вот средство. Марка вот. Ну, здесь объем, видите, 0,34. Маленький, так что хорошо, что вот уже их несколько, и надолго сестренки хватит их. В общем, такое интересное, я думаю, наполнение коробочки. И парфюмчик есть.
наполнение хорошее и оформление красивое. Мне понравилось. И оформление коробочки тоже очень красивое. Так, давайте все сложим. Так что вот, смотрите, кому понравилось, тоже можете заказывать. Ссылочку на сайт, где можно приобрести данные коробочки, я обязательно под видео прикреплю. Так что всем спасибо за внимание. Кто заказал, вот тоже, ну, напишите все-таки, что вот это за средство вот в мешочке корейское. Будет очень интересно. Еще раз всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и в YouTube, и в Яндекс.Дзен. Ну и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео, следующее видео на моем канале. Всем всего доброго, до новых встреч. Пока-пока.